Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Достоевский ТВ. Я приветствую вас, Родион Ивановна и моя дочь Арина. Мы сегодня хотим вам предложить рисовать с помощью клея ПВА, соли, акварелью. И еще к этому всему понадобится нам кисточка и стаканчик с водой. И тарелка для лишней соли. Ну что, приступим? Ну что, Арин, напомню, что мы сегодня рисуем с тобой? Аквариум с рыбками. Ну, приступай к работе. Что мы сначала берем? Сначала мы берем клей ПВА и делаем рыбки. Давай, рисуй. Мы рисуем клеем ПВА рыбки. Только очень аккуратно. Да, приступай. Старайтесь много клея не наносить на листочек. Он потом у нас достаточно долго будет сухнуть. Так, вторая рыбка идет у нас. Вот такие рыбки у нас получаются. Сначала клеем ПВА мы их рисуем. Да. Так, и последняя, третья наша рыбка. Третью рыбку рисуем. Прекрасно. Мне кажется, нашим рыбкам чего-то не хватает. Да, а что еще бывает в аквариуме, Рин? Камушки, да и водоросли. Ну, давай, нарисуй, пожалуйста, еще камушки и водоросли. Дополни наш аквариум. Водоросли. Да, вот так вот веточки наших водорослей. Ну и камушки, наверное. Вот разные камушки рисуем. Разного всю свою размера. Картину мы для нас сначала рисуем клеем ПВА. И сейчас скоро мы приступим к работе с солью. Так, готово. Вот так вот у нас получилось клеем. Вот такой аквариум с рыбками у нас получился. Клей мы оставляем в сторону. Ну, и выражаем всю солью. И пока клей не высох, надо посыпать всю солью. Сыпь солью. Сыпь, не жалей соль, чтобы соль покрыла весь клей, всю нашу картину. Можно стараться обсыпать именно контуры своего рисунка. Давай немножко тебе помогу. Да. Соли можно там побольше. Это же будет намного лучше. Все. Вроде бы все хорошо. Когда мы обсыпали все солью, нам надо немножко подождать, чтобы клей подсох, схватился, чтобы после этого с солью соединился, чтобы после этого нам начать разукрашивать свою картину. Так что буквально ждем 2-3 минутки. Ну что, картина наш клей подсох на картинке, да, Арин? Посмотри. Да. Я посмотрела, да. Все просохло. Теперь надо убрать излишки соли. Соли с листа, да, и высыпаем ее в отдельную тарелочку. Вот так вот стряхиваем. Все. Достаточно. Достаточно. А теперь вооружаемся кисточкой. Открываем краски. Краски лучше брать достаточно сочных, ярких цветов, да? Выбираем, какой нам цвет нравится. И будем раскрашивать. И начинаем раскрашивать рыбки, контуры рыб, накладываем краску на соль. У меня будет первая рыбка красненькая. Да. Только надо водички немножко побольше в красочку. Да?
можно сказать, что прям такую ложицу сделать. И накладываем, обмакиваем и начинаем раскрашивать нашу рыбку. У вас руки могут быть другого цвета, не как у меня получается на картине. Водички, Арина, еще туда надо. Так, я беру кисточку, мочу и сразу в краску. Вот, одна у нас будет красная, да, рыбка? Да. Угу. Давай следующую сделаем разноцветную, да? Давай. Радужная будет рыбка у нас. Первая рыбка готова. Выбираем следующий цвет. Водички в красочку можно побольше. Так, да? Если у нас будет радужная рыбка, не зависит, что от радуги она будет. Будет разных цветов. Разных цветов, да. Так, мы добавим краски вот сюда. У него будет начинаться с темно-розового. Давай. Это будет рыбка вот эта. Давай еще другой цвет добавим, желтенький. Да, сейчас будет у нас желтенький. Даже оранжевый получился. Красный с желтым связался. Да. Смешался, получился оранжевый. Чуть такого цвета будет. Желтый все равно присутствует. Давай голубенького добавим. Теперь голубенький. Какого-нибудь или фиолетового даже. Водички надо тогда добавить, кисточку, и прорисовываем хвостик весь фиолетовым. Угу. Вот так. Вон и глазик я сделаю фиолетовый. И вот эту часть. Угу. Так, следующая рыбка. Следующую рыбку можно сделать тоже как одного, или тоже разного цвета. Она у меня будет двухцветная. Берем водички. Поставь сюда стаканчик поближе. Хорошо. Так, вот у меня будет зелененький. Начинаться. Можно и вот здесь. Тоже. Здесь. Ну, глазик даже будет зеленый. И рыженька будет. Плавничок помакиваем. Здесь вот так вот. Это смешивается. Так. И остались только водоросли, да, камушки. И камушки. А камушки тоже могут быть, я думаю, разноцветные. Да, тоже могут разноцветные. Да, давай выбираем цвета, может, которые мы еще не использовали. Побольше водички туда. И нам будет так легче раскрашивать соль. Потому что соль сразу берет воду. Так, камушек. А водичку мы за счет красок у нас цветная. Поэтому по соли цветная вода очень хорошо. Так, еще один камушки будут у меня, наверное, коричневые. Так, можно, наверное, для... Давай розовенький возьмем цвет. Да, красочку разбираю, забираем. Желтенький можно сделать. Да, желтенький цветов. Угу. Не торопись сейчас, Ариночка. Вот, да, давайте берем красочку. Краску. Продолжаем красить. Камушки у нас закончились, остались только водоросли. Водоросли у меня, наверное, будут бордовенькие. Вот такой вот аквариум у нас получится. Так. Берем еще краски, добавляем водички. И еще помакиваем. И вот, осталось чуть-чуть подождать, чтобы краска подсохла, и будет готов наш аквариум. Ну, разверни, Алиш, покажи. Вот такой у нас получился аквариум. Вот такой аквариум получился у нас. Пробуйте, ребятки, творите. Всем всем пока. Пока-пока.